Презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Буквально за несколько часов до презентации появились самые свежие утечки выходящих совсем скоро iPhone, Apple Watch и AirPods, а также точный список устройств, которые стоит и не стоит ждать. Сейчас расскажу подробнее. Начнут с Apple Watch Series 10 Ultra 3 и SE 3. Сам корпус Series 10 все-таки планируют сделать тоньше, а рамки сузить еще сильнее. Однако магнитных ремешков не ждем. Схемы из утечек также показывают новый размер Series 10 с экраном 2 дюйма. То есть больше, чем в Ultra, в котором он 1,93 дюйма. При этом самую маленькую модель на 41 мм могут убрать из продажи. Главной фишкой в Apple Watch Series 10 и Ultra 3 планируют сделать отслеживание апноэ во сне. Хотя оно может появиться только в 2025 году. Apple Watch Series 3 собираются сделать пластиковыми и еще дешевле. Обновление следующей категории ждали давно. Компания представит сразу две новые версии AirPods 4, которые заменят AirPods 2 и AirPods 3. Обе модели получат лучшую посадку в ухе, прокачанное качество звука и кейс с портом USB-C. В более дорогих AirPods 4 также появится активное шумоподавление и динамик в зарядном чехле для поиска через Find My. Наушникам также собираются добавить функцию слухового аппарата. AirPods Max тоже обновят, но поскромнее. Порт заменят на USB-C и добавят новые цвета. Переходим к главному. iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат новый вертикальный блок камер для съемки пространственного видео, которое можно будет смотреть в Apple Vision Pro. Также добавят кнопку действия из iPhone 15 Pro и новую двухфазовую кнопку как фотоаппарата. Чип будет называться A18. И для базовых моделей впервые с 2022 года увеличит размер оперативной памяти с 6 ГБ до 8 ГБ, чтобы работал Apple Intelligence. Батарея в iPhone 16 станет больше на 6%, а вот в iPhone 16 Plus уменьшится на 9%. В iPhone 16 Pro и Pro Max увеличат экраны до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. При этом рамки станут на 33% тоньше, чтобы ширина не превышала iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Плюс так дизайн будет еще современнее. В высоту смартфоны станут чуть длиннее. В iPhone 16 Pro добавят 5-кратный зум, основная камера увеличится и будет снимать четче, а у сверхширокоугольной камеры появится сенсор разрешением 48 мегапикселей. В прошках тоже будет кнопка для съемки с двумя ступенями нажатия и поддержкой свайпов для смены режима фото, видео и зума во время записи. Новый процессор A18 Pro будет еще мощнее в графике и в нейровычислениях. Буквально только что появилась информация, что базовую модель с памятью 128 гигабайт хранилища оставят, то есть цена iPhone 16 Pro будет начинаться от $999, как в последние 6 лет. Стало почти на 100% известно, что новый iPad и Mac покажут только в октябре. Однако поступает все больше информации, что впервые одновременно с выходом iOS 18, iPadOS 18 и WatchOS 11 нас ждет релиз новой версии macOS Sequoia. Это связано с глубокой интеграцией новых возможностей систем друг в друга. Например, с универсальными знаниями Apple Intelligence и возможностью управлять чужим iPhone со своего iPad и своим с помощью своего Mac. Устройство поступит в продажу предположительно 20 сентября. О том, сколько будут стоить гаджеты, смотрите в описании. Понравилось? Ставь лайк и подписывайся на iPhones.ru.